Как ситуация здесь сейчас на Спартаке? Буквально вчера днем было плотно, работали стрелковыми орудиями, БМП. То есть вооружение у них не отведено, как договаривались, как бы. Так как бы сейчас молчат, делают они позиции свои, укрепляют. Вообще вот начинается вечером, буквально 5 часов вечера, и все, и понеслась. И до утра. То есть стабильность до 5 часов утра, это стабильно у них все работает. Вот крупнокалиберные пулеметы у них вообще не утихают постоянно. Огонь идет только по позициям или и по поселку тоже? По поселку тоже обрабатывают жилой массив. Минометами вообще кроют, знаете, как бы не хотят они нас достать, а хотят лично, ну, людей, просто мирных жителей и все. Такое ощущение, что мы им не интересны просто. Как боевой дух у личного состава? Боевой дух достаточно хороший. Вперед надо идти. Вперед. Все просятся так. Что можешь сказать о подразделении, в котором служишь? Об отряде народной милиции «Дунай». Об отряде народной милиции «Дунай» достаточно хорошее подразделение. Все как бы обеспечение идет. Такое все. Командиры нормальные. Более ничего такого лишнего нету. Все как положено. Вот так вот. Девушек поздравишь с 8 марта? Конечно. Соня, любимая, поздравляю тебя с 8 марта. Я тебя очень сильно люблю. Желаю тебе крепкого здоровья. Всего-всего. Я скоро буду дома. Как позывной твой? Харьков. Почему Харьков? Сам с города Харьков. Давно он здесь? С 9 января 2015 года. А до этого в Харькове был? До этого, да. А почему приехал? Приехал, потому что у меня здесь девушка была. Любила я ее очень. Да, я люблю до сих пор, в принципе, что говорить. И приехал защищать ее, ну и других жителей заодно, Донбасс. Как сейчас противник себя ведет? Тихо. Сейчас он укрепляется, но по вечерам обостряется, то есть стрелковые гранаты. Нами до РПГ стреляют, с РПГ. Мины часто прилетают в Бейск. Ну, под вечер начинается обострение. Днем тишина пока есть. Как боевой дух у личного состава? В порядке. На высшем пилотаже. Как тебе служится в отряде народной милиции «Дунай»? Я вот как пришел воевать, и ни разу не менял рот, могу так сказать. То есть меня все устраивает, мне все нравится. Я не хочу менять рот, не бегаю туда-сюда. Я нашел свое место, вот оно. Все, сколько служил, столько в одной роте. Это молитвослов, нас командир собирает здесь по утрам. Мы заходим, мы, сами понимаете, хотим все жить. Просим Господа, чтобы нам помог. Вот так вот. То есть непосредственно на передовой, да, находится? Конечно, на передовой это все находится. Мы своими руками это все делали, собирали все. Все искали, находили. Как сейчас ситуация? Ну, ситуация, конечно, сейчас не ахти, много стреляют, особенно по вечерам, только вечер начинаются сразу обстрелы с минометов, с крупнокалиберных, танчики работают со стороны Украины. Ну, а нам что приходится делать? Стоять, защищать. Служба проходит отлично, командиры у нас хорошие, хорошие отношения, все отлично. Обеспечение нам приводят покушать. Ну, готовим, все, ну, все отлично. Вещи там, все. И вот это все мне выдали. Я деньги на вещи не трачу, все выдается, там автоматы, оружие, все, кушать. Все нормально. И каски вот эти. Поздравить девушек с 8 марта. Девушки, с 8 марта вам любви и мира.